Вы смотрите программу «Новости Курган.ру» с главными событиями, которые произошли в Кургане и области. Вас познакомлю я, Михаил Колесников. Здравствуйте. Любое государство сталкивается с таким недостойным явлением, как коррупция. История взяточничества в нашей стране началась еще со времен Древней Руси, и первое антикоррупционное законодательство в России было принято в царствовании Ивана III. А его внук Иван IV Грозный издал указ, по которому взорвавшихся чиновников надлежало немедленно казнить. За сотни лет коррупцию победить не удалось, но борьба с ней становится делом всего общества. Об этом в следующем сюжете. Указом президента в России был внедрен национальный план противодействия коррупции. В 2017 году в Курганской области проведено антикоррупционных мероприятий на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Промежуточные итоги года борьбы со взяточничеством подводили на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Вел совещание заместитель губернатора области Виктор Сухнев. Почти 45% россиян оценивают уровень коррупции в стране как высокий. Коррупция продолжает оставаться одним из существенных препятствий на пути развития и укрепления государства. Коррупция негативно отражается на имидже страны и дискредитирует власть перед гражданами. В Курганской области предпринимаются все возможные меры по борьбе с этим явлением. Укрепляется взаимодействие силовых структур и гражданского сообщества. Проводятся встречи с участием журналистов. Создан совет при полномочном представителе президента России в УРФО по противодействию коррупции. В декабре в правительстве Курганской области прошел первый Курганский областной антикоррупционный форум «Вектор», в котором приняли участие более 150 человек. К юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлечено 84 служащих, 20 государственных и 64 муниципальных. В том числе один служащий уволен за совершение коррупционного проступка. Несмотря на проводимую разъяснительную профилактическую работу, чиновниками продолжают совершаться преступления в бюджетной сфере, при закупках для государственных и муниципальных нужд, использование государственного и муниципального имущества. По данным статистики, чаще всего коррупционные преступления совершаются в сфере образования и науки. И в первую очередь там, где нет должного контроля за расходованием государственных средств. В Курганской области регулярно проводятся проверки по соблюдению госслужащими ограничений и запретов, которые установлены федеральным законом о государственной гражданской службе в России. Все нарушения рассмотрены на заседании специальной комиссии. Коррупции в нашем регионе противостоят совместными усилиями органов федеральной госбезопасности, прокуратуры, полиции. Немалую роль в этом играют общественные организации и особенно журналисты, помогающие вскрывать факты коррупции. Организовано взаимодействие со средствами массовой информации, общественными организациями, институтами гражданского общества в целях повышения эффективности работы по правовому просвещению населения. Особое внимание обращается на формирование у граждан устойчивого мнения о недопустимости коррупционного поведения. Всего за 11 месяцев 2017 года в СМИ размещено 90 материалов о деятельности ОМВД по противодействию коррупции. Как отметил заместитель губернатора Виктор Сухнев, одно из самых важных направлений работы – это профилактика. Необходимо формировать в обществе нетерпимое отношение к коррупции и в первую очередь данную работу проводить в молодежной среде, а также повышать правовую грамотность граждан. Анастасия Ланская, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». Стала ли среда в Курганской области более доступной для инвалидов? В Зауральском правительстве подвели итоги реализации региональной программы. Прозвучало, что количество низкопольных автобусов в областном центре в следующем году увеличится почти вдвое. Жизнь инвалидов находится под пристальным вниманием правительства Курганской области. При губернаторе создан и действует специальный совет, который проводит мониторинг значимых социальных объектов. И особое внимание на том совете было уделено содействию занятости инвалидов трудоспособного возраста в муниципальных образованиях. Кроме того, отдельное заседание совета было посвящено мерам, направленным на профилактику детской инвалидности в Курганской области. С 2011 года в Курганской области реализуется программа «Доступная среда для инвалидов». Ее финансирование ежегодно растет. За счет средств областного бюджета только в этом году для инвалидов адаптирован 71 объект. Это объекты в сфере социальной защиты, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в сфере культуры. Для инвалидов оборудуются входные группы, санитарно-гигиенические комнаты, пандусы, поручни и так далее. Для слабовидящих надписи на табличках дублируются шрифтом Брайля. Для маломобильных приобретаются подъемники и кресла-коляски. Перевозчики выпускают на маршрут низкопольные автобусы. Сейчас их в Кургане 26, в следующем году станет 47. В транспортных средствах, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок города Кургана, устанавливаются системы оповещения. По итогам 9 месяцев системы оповещения оснащены 36 маршрутов, что составляет 55%.
В Курганской области насчитывается 9 тысяч детей-инвалидов. Половина получают образование в специально оборудованных классах. Задача системы образования – это максимальное вовлечение этих групп детей в социум, формирование механизмов их реабилитации и интеграции в общество. Медицинские учреждения также адаптируются для инвалидов. Специальными пандусами оборудованы поликлиники и больницы в Кургане и Шадринске. В настоящее время поставлена задача в 20 медицинских организациях обеспечить обустройство мест парковки для инвалидов. Помимо этого, на заседании обсудили доступность торговых объектов для инвалидов. Муниципальным властям рекомендовали поддерживать владельцев магазинов и кафе, которые оснащают их кнопками вызова сотрудника и другими средствами. Антон Тиженков, Николай Волков, Владислав Базалев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Правительство региона утвердило распоряжение о проекте закона Курганской области о гражданской обороне Курганской области. Принятие данного документа определит полномочия в области гражданской обороны губернатора и правительства Курганской области, исполнительных органов государственной власти региона. Это позволит эффективно организовать работу по проведению мероприятий защиты населения и материальных ценностей на территории региона от опасностей природного и техногенного характера. С 14 декабря в Главном управлении социальной защиты населения пройдет горячая телефонная линия по вопросам предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На вопросы граждан ответят начальник отдела пособий и социальных выплат Алия Каханова, а также руководители управления социальной защиты населения по месту жительства граждан. Телефоны горячей линии в Кургане 44 72 64 и 41 42 10. Аграрный регион. Глава департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин рассказал о том, как реализуется рекордный урожай зерна, собранного в этом году. Накануне состоялось заседание оперативного штаба Минсельхоза по мониторингу рынка зерна. Главная тема – реализация урожая зерновых по достойной цене, взаимодействие с перевозчиками и бесперебойная отгрузка зерна. Первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин рассказал, что департаментом проведены переговоры с федеральными зернотрейдерами на предмет их готовности к покупке зерна в Курганской области. В настоящее время у сельхозтоваропроизводителей региона к реализации готово 66 711 тонн зерна. Из них пшеницы 3-го класса 44 тонны, пшеницы 4-го класса 27 тонн, пшеницы 5-го класса 295 тонн, ячменя 57 тонн. С целью продвижения продукции Курганской области в октябре 2017 года 5 элеваторов заключили соглашение о сотрудничестве с предприятиями «Дальневосточный зерновой терминал», «Курган-семена», «Торговый дом Долмат». На отгрузку зерна железнодорожным транспортом на декабрь принято и согласовано 293 заявки. Михаил Котельников, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». В Кургане 16 и 17 декабря пройдут соревнования по тэквондо «Здоровое Зауралье». Турнир проводится в рамках реализации государственной программы Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы. Организаторами выступили Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, ОМВД России по Курганской области, Спортивная школа Олимпийского резерва номер 1 и Федерация тэквондо Курганской области. В турнире примут участие более 150 спортсменов из Курганской и Тюменской областей. Церемония открытия турнира состоится 16 декабря в 9:00 в медико-профилактическом центре города Кургана. В Зауралье для школьников прошел фестиваль трудовых достижений «Путевка в жизнь». Организовала праздник детям Департамент образования и науки Курганской области. Команды 16 школ подведомственных Департаменту образования и науки Курганской области стали участниками областного фестиваля трудовых достижений «Путевка в жизнь», основная цель которого – популяризация профессий, востребованных на рынке труда области, а также содействие профессиональному самоопределению обучающихся в соответствии с их интересами, возможностями и способностями. Мероприятие прошло на базе Варгашинской школы-интерната. Ребята боролись за победу в трех номинациях – защита профессии, лучшее портфолио трудовых достижений школы, лучшая выставка детского творчества. По мнению жюри, лучшими были выступления команд Старопросветской школы, Варгашинской специальной школы-интерната, Шадринской специальной школы номер 11, Шадринской специальной школы номер 16, Курганской специальной школы номер 25, Введенской коррекционной школы-интерната. В номинации «Лучшая выставка детского творчества» лидерами стали Введенская школа-интернат и Долматовская санаторная школа. А за лучшее портфолио трудовых достижений грамоты получили команды Лебяжевской школы-интерната и Шадринской специальной школы номер 11. Михаил Котельников, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».
В субботу в Кургане начнутся состязания первенства Курганской области по волейболу среди девушек и юношей 1999-2004 года рождения. В целях отбора сильнейших спортсменов для формирования сборных команд Курганской области встретятся 5 команд юношей, 7 девушек. По информации Управления по физической культуре, спорта и туризма Курганской области, среди юношей на площадку выйдут команды из Кургана, Шадринска, Макушино, Долматово, Чистоозерия и других районов. Парад открытия соревнований состоится 16 декабря, начало игр в 10 часов. Определена новая столица проведения финала 9-х зимних спортивных игр «Зауральская метелица». Состязания пройдут в селе Китово. Конкурсной комиссией Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области принято решение о проведении 9-х зимних спортивных игр «Зауральская метелица» 2018-2019 в селе Китово Китовского района. Решение комиссии согласовано губернатором Курганской области Алексеем Кокориным. При определении победителя из 4 заявок учитывалось наличие спортивных объектов, отвечающих современным требованиям и правилам соревнований, степень их готовности, места расположения, условия размещения и питания участников и гостей игр, наличие квалификационных судейских кадров по видам спорта, организация культурной программы, возможность долевого участия муниципального образования в финансировании финальных соревнований и привлечения внебюджетных источников финансирования, возможность обеспечения участников необходимой медицинской помощью и обеспечения безопасности участников соревнований и зрителей, реконструкция спортивных объектов. Михаил Котельников, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». В Кургане с сольным концертом выступил американский музыкант Дэниэл Шерон. О том, как он оказался в Кургане, выяснил наш корреспондент. Политолог по образованию, музыкант и композитор по призванию. Дэниэл Шерон оказался в Кургане волею судьбы. Неизвестный российскому зрителю артист из США выступил с концертом. Приехав в Россию несколько недель назад, Дэниэл уже успел побывать во многих городах нашей страны. Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Екатеринбург. По-русски Дэниэл говорит очень хорошо. Я учился, на самом деле, в Штатах и по обмену в России. И вот тогда стал учить русскому языку. И было время, когда я работал именно с русским языком. И, соответственно, все развивалось в этом плане. Но в данный момент я больше всего просто занимаюсь музыкой. Тогда, в далеком 2010 году, когда Дэниэл оказался в России, после многих неудач в личной и профессиональной жизни, выехал на поезде в город Улан-Удэ с детской гитарой и маленьким дневником. Именно тогда в плацкартном вагоне и появились на свет первые песни будущей группы «Балта», которая была создана уже по возвращению в Америку. Группа создалась в 2010-2011 году. Это спорное дело, потому что я стал сочинять именно песни нашего первого альбома, еще когда я был в России, это было в 2010 году, летом. Потом вернулся в Штаты, там тогда собрал группу, но мы стали выступать публично в начале 2011 года. Возникает, пожалуй, главный вопрос. Что же заставляет настоящего американца вновь вернуться в нашу страну и проехать по множеству городов? Быть может, именно то, что его творчество началось в нашей стране? На это Дэниэл ответил однозначно. Да, я люблю русских людей. Впереди его ждут выступления в Москве и Санкт-Петербурге, но в скором времени Дэниэл обещал вернуться в нашу страну и показать ее своей группе, которая никогда не была в России. Максим Пивоваров, Владислав Базылев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». Смартфон теперь управляет счетчиками ЖКХ, может дать задание кофеварке сварить капучино и даже помогает завести машину. Главное, чтобы в нем был качественный мобильный интернет. Над этим трудится команда инженеров Мегафона. С помощью одного движения на смартфоне можно открыть машину, завести автомобиль и включить подогрев. Если вы потеряли авто на огромной парковке, можно дистанционно включить сигнал. Без смартфона никуда. Это комфорт и экономия времени и сил. Я постоянно заказываю вещи, товары для дома в интернет-магазинах. Также я вызываю такси, покупаю билеты, оплачиваю ЖКХ-услуги. Все просто и легко в одном месте. Раньше смартфон звонил и отправлял СМС. Теперь он фотографирует, определяет маршрут, грузит фильмы. Неудивительно, что объемы интернета стремительно растут. В Мегафоне подтверждают, с начала года люди стали качать из сети в 1,5 раза больше. Чтобы места в интернете хватило всем, связисты улучшили сеть во всех районах Кургана и городах области.
Мы постоянно работаем над качеством, чтобы голос в смартфонах курганцев был четким, а интернет быстрым. Мы построили, модернизировали базовые станции региона. Улучшения коснулись крупных жилых комплексов, бизнес и торговых центров, где наблюдаем высокую мобильную активность. Год прошел также под знаком глобальной стройки 4G. 500 000 жителей Зауралья настроились на высокие скорости интернета от Мегафон. На новые скорости 4G настроились Долматово, Катайск, Курган, Куртамыш, Петухово, Шадринск и Шумиха. Чтобы открыть сайт, жителям потребуется примерно 2 секунды, а на загрузку видеоролика уйдет порядка 8 секунд. На этом наш выпуск подошел к концу. Эфир продолжит программа «Твой стиль». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Хорошо выглядеть в новогодние праздники хочется не только представительницам прекрасной половины человечества, но и сильным мира сего. Отметим, что мужская мода столь же капризна и требовательна, как и женская, и подобрать костюм, который идеально подойдет, задача не из легких. Хорошо, что мы знаем в Кургане места, где большой выбор и отличное качество. Меня зовут Мишка Лесенков, это программа «Твой стиль». Пойдемте скорее всего примерим. В новом зимнем сезоне актуальны модели простого кроя, которые не имеют вычурностей и отличаются особым комфортом. Пиджаки, джемперы, водолазки выполнены в элегантной манере. Мужской образ стал более расслабленным. Холода располагает к комфорту, а потому сорочку можно сменить на удобный джемпер. В таком образе можно не только провести весь рабочий день, но и закончить его в ресторане за ужином. Он будет уместен. Расцветка сегодня может быть разной, но предпочтение отдается синему, голубому, коричневому, винному или бордо. Брюки и пиджак – универсальный вариант и для офиса, и для выхода в свет. Но так как мода сегодня более сговорчива, то можно решиться на образ с жилеткой, как в дополнение к пиджаку, так и в качестве самостоятельной детали гардероба. Дополните такой образ изысканной бабочкой и будете точно как лондонский денди. Сегодня образ джинсы и пиджак с сорочкой на пике популярности и потихоньку вытесняет из офисов классические костюмы. Для создания завершенного образа с костюмом или пиджаком необходима сорочка из качественного хлопка для того, чтобы чувствовать себя комфортно весь рабочий день. Мы уже сказали, что рубашка – универсальная вещь для создания строгого делового образа. Но если вам все же захочется чего-нибудь эдакого, то в магазине «Мужская мода 007» специально к грядущему году «Желтой собаки» есть ярко-желтые мужские сорочки. В таком образе вы точно не останетесь незамеченным. И выглядит это очень стильно. Классический костюм – визитная карточка любого делового мужчины. Дизайнеры в этой области остаются консервативны. Костюм современного мужчины олицетворяет элегантность, роскошь и успешность. В тренде стильные костюмы двойки, которые являются наилучшим вариантом для создания бизнес-лука. В этом сезоне в новой коллекции, которая представлена в магазинах «Мужская мода 007» и «Мэнс Фэшн», преобладают теплые, плотные материалы, свободный крой и сдержанные расцветки, что является комфортом при носке в холодную погоду. Абсолютный must-have осенне-зимнего сезона – длинное кашемировое или твидовое пальто. Актуальные стильные модели оценят приверженцы городского стиля, а также любители вещей casual. Пальто оверсайз вызывает ассоциации с одеждой парижан. В новом сезоне это неотъемлемая часть мужского гардероба. Мужчина в пальто всегда выглядит стильно и презентабельно. Для тех, кто все же предпочитает прежде всего удобство и стиль casual, в магазине Western найдется масса стильных и модных вещей. Если вы хотите выглядеть как европеец, отдыхающий на модном горнолыжном курорте, то обратите внимание на роскошные, мягкие и уютные свитера. В тренде скандинавские орнаменты, вязкая резинка, отголоски ретро и комбинации разных фактур. Не остаются без внимания и куртки. Теплые и качественные, они не только дополнят ваш образ, но и прослужат очень долго. Ни для кого не секрет, что выбор подарка – это настоящее испытание. Однако с магазинами «Мужская мода 007», «Мэнс Фэшн» и «Вестерн» этот процесс превращается в настоящее удовольствие. Подарочный сертификат различным номиналам – отличный выход в ситуации, когда нет времени на выбор подарка. Подарочная карта будет особенно актуальна, если вы боитесь ошибиться с размером или не уверены в стилевых предпочтениях. Подробнее об акциях узнайте на сайте.
Всем здравствуйте. Говорят, для того, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, вам необходимы долгие часы фитнес-тренировок. Сегодня мы продолжаем развеивать мифы и открываем для вас фитнес для ленивых. Студия Light Life Zone предлагает уникальные для кургана тренировки, которые сочетают в себе три составляющие успеха – кардио, силовая тренировка и правильное питание. ЕМС-тренировки идут всего лишь 20 минут, а их нагрузки сравнимы с полуторачасовой обычной тренировкой в фитнес-зале. Кстати, все тренировки подходят под надзором опытного фитнес-тренера, который подбирает нагрузки и следит за правильностью выполнения упражнений. Удобное время тренировок, индивидуальный подход и массаж после каждого занятия – вот что ждет вас в Light Life Zone. Здесь же в зале есть специальная детская зона, где ваш ребенок с удовольствием проведет время, пока вы занимаетесь. Все необходимое для тренировки вам выдадут прямо на месте. Это нательный костюм, принадлежности до душа, тапочки, полотенце. В общем, вам остается прийти только налегке. А уйдете вы отсюда в отличном настроении, потому что здесь еще есть магазин правильного питания. Правильное питание – это способ похудеть и не изнурять себе голоданием. Не отказывайте себе в удовольствии и обретайте отличную фигуру. Не за горами Новый год, и я вновь напоминаю вам, что позаботиться о подарках для самых близких и родных нужно уже сегодня. Одно время считалось, что самым лучшим подарком является книга. Пожалуй, сейчас это знание, тем более иностранных языков. И очень кстати, что школа ОКей подготовила подарочные сертификаты и массу сюрпризов. Какие? Сейчас расскажем. Уже в начале декабря школа иностранных языков УКЕЙ приготовила массу сюрпризов и подарков для всех учащихся. Так самые маленькие ученики примут участие в чудесном новогоднем утреннике. Будут невероятные приключения, мы будем спасать из плена Санта-Клауса. У нас будут чудесные конкурсы, очень интересные забавы. Ну, естественно, каждый маленький участник нашего утренника получит подарок. Не останутся без внимания и другие ученики. Для школьников и взрослых будет работать рождественская мастерская, в которой могут принять участие не только учащиеся школы ОКЕЙ. Самое главное, нужно сделать новогоднюю поделку. Нарисовать рисунок, открытку, все что угодно. Полет фантазии не ограничен. Принести нам и получить под Рождество чудесный подарок. Номинации у нас будут 4 в этом году. Это совсем маленькие детки 4-6 лет, младшие школьники, средние, старшие школьники и взрослые. Еще у нас есть один небольшой конкурс, он называется «Елочка». Если помните, ВКонтакте было очень популярно когда-то в свое время наряжать елочку к Новому году. Мы решили это сделать в режиме реального времени. Любой желающий может взять шарик, у нас есть они в холле, раскрасить его и отдать нашему администратору. Самые чудесные шарики помещаются на елочку, ну и получают ребятишки или взрослые реальные игрушки за них. В школе иностранных языков с нами согласны, что знание – это лучший подарок. Поэтому уже в продаже сертификаты на обучение на любую сумму, для любого возраста, на любой курс. Если каждый раз вы планируете начать новую жизнь и посвятить изучению иностранных языков как можно больше времени, торопитесь в ОКЕЙ, пока все подарки не разобрали. Кризис. Не слышал. В салоне верхней одежды «Примадонна» цены не боятся санкций, а выбор настолько огромный, что вся Европа позавидует. А Европа действительно может позавидовать, ведь там никогда не будет такой чудной зимы, как у нас. И, соответственно, только русская красавица может щеголять в роскошных шубах из натурального меха. Совсем скоро ударят первые холода, а значит, пора одевать любимых женщин в красивые наряды. Шубы из каракуля, овчины, норки, комбинированные с рысью, чернобуркой и соболем. В общем, у меня глаза разбежались, ведь любимая попросила выбрать что-то особенное. А особенное здесь все. Огромный выбор шубок. Короткие и длинные, приталенные и расклешенные, однотонные и из цветного меха, любого размера на любой вкус. Кроме того, в салоне верхней одежды «Примадонна» широкий ассортимент пальто и курток. Город к зиме готов. Снег уже здесь. А вы готовы? Если нет, то в салоне верхней одежды «Примадонна» лучшие шубы ждут вас.
«Атака в джунглях» кричал Тарзан, Семен успел скачать фильм. Ведь у него тариф «Атака премиум» и скорость 330 мегабит в секунду. Подключайся на интерсвязь.рф. MRI-клиник в Кургане. Исследование суставов и позвоночника, головного мозга и внутренних органов. Наша миссия – ваша полноценная и здоровая жизнь. Новогодние каникулы в санатории «Лесники». Ежедневно горки, коньки, шоу-программа. Активный отдых для всей семьи. Приезжайте не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье. Телефон 554501. С 22 декабря во Дворце культуры машиностроителей детское новогоднее представление «Сказки Дедушки Мороза». Билеты в кассе ДКМ. Телефон 46-22-22. Встречайте Новый год на новой кухне. Магазин «Мебельная галерея». Некрасова, 15В. 6 января. Филармония. Вечеринка в гостях у знаменитых феечек Винкс. Невероятное волшебное интерактивное шоу. Присоединяйся к клубу Винкс. Не детская арифметика молодой семьи. Одноразовые подгузники. 990 рублей в месяц. 12 месяцев. На 3 года. Многоразовые подгузники «Конопуша». Сократить эти траты в 10 раз. «Конопуша». Экономично. Экологично. Спрашивайте в сетях аптек «Курганфармация» и «Главаптека». 3, 2, 1. Старт. Точки приема рекламы выводят ваш бизнес на новую орбиту. Подайте объявление в горячую рекламу со скидкой 50%, и о вашей компании узнает весь город. Точки приема рекламы – вселенная возможностей для вашего бизнеса. Зима уже совсем близко. Скользкие тротуары, гололед на дорогах, постоянный риск падения и получения травмы. Представляем чудо-ледоходы – эффективное средство защиты от скольжения. Простые в использовании, легки, прочны и эластичны. Можно использовать для обуви с каблуком. Одна пара ледоходов для взрослых всего за 599 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. Число ДТП из-за технической неисправности транспорта выросло на 122,5%. Водитель, помни, только пройденный официальный техосмотр поможет сохранить жизнь. Справки по телефону 25-01-49. Встречайте новый Теле7. Читайте в новом номере журнала Теле7. Лариса Гузеева призналась, что любит выпить. Как правильно сервировать новогодний стол? Китайский год желтой собаки наступит 21 декабря. Встречаем по всем правилам. Новый номер Теле7 в продаже со среды 13 декабря. Покупайте Теле7 в супермаркетах «Метрополис», «Магнит» и в сети магазинов «Лето». Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Наталья Чменева. В четверг синоптическая ситуация в Заурале обусловится западной периферией северо-казахстанского антициклона, благодаря чему сохранится малооблачная, тихая и по-зимнему морозная погода. В Екатеринбурге -4, -6, в Челябинске -11, -13, в Тюмени -10, -12 градусов, без осадков. В Кургане небольшая облачность, без осадков, ветер южный 2-7 метров в секунду, температура воздуха -20, -22. Днем в Кургане переменная облачность, без осадков, ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, температура воздуха -14, -16. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 миллиметра ртутного столба. 14 декабря солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!